Всем привет! Я вас приветствую на моем канале и хочу сообщить прекрасную новость. Я запускаю свой онлайн-курс, который будет называться «Наша пани-ассистентка». Этот курс для девочек, которые еще находятся за пределами Польши, но планируют начать обучение на ассистентку-стоматолога. Либо для девочек, кто уже учится, но из-за языкового барьера и из-за того, что не имели опыта в медицине, обучение кажется очень тяжелым, и вся эта теория, преподаваемая в полициальной школе, проходит мимо. Также этот курс будет очень полезен тем, кто уже отучился один семестр и собирается искать практику. Чтобы не прийти в кабинет с широко открытыми глазами и не знать, где что находится, что как называется. Из чего состоит мой курс? Мой курс состоит из видеоуроков, где я на практике показываю, как и что делать в кабинете, показываю сам кабинет, рассказываю, как что называется, показываю, как это выглядит. В общем, просмотрев этот курс, вы уже придете в кабинет, так сказать, опытными и не растеряетесь. К каждому видеоуроку будет конспект в формате PDF, а также бонусом курса будут учебники и литература в электронном виде. Для тех, кому интересно продолжение карьеры ассистентки в англоговорящих странах, я также подарю учебник на английском языке для Dental Assistant для работы в США либо в Канаде. Как я пришла к решению записать такой курс? Дело в том, что вы все знаете мою страницу в Инстаграме, и каждый день мне приходят вопросы. Расскажи, как держать сак, расскажи, для чего используется вытравяч. В общем, разные-разные вопросы, либо истории о том, как девочки пришли на свою первую работу, либо на свою практику, и попросту их не взяли, потому что врач хотел, чтобы они хотя бы имели представление о том, что нужно подавать, в какой очереди. В общем, мой курс очень ценен. В 20 уроках вы получите всю ту информацию, которую я получила за 2 года обучения в полициальной школе. Только это будет информация на русском языке и простым языком, не научно. Курс платный, однозначно, тут не обсуждается. Во-первых, потому что любой труд должен быть оплачен. А я вложила в этот курс не одну ночь, не один день. Вот. А во-вторых, то, что дается нам бесплатно, оно не так ценится и не так используется. Вот, но цена чисто символическая, если сравнить ее с ценами на различные курсы, которые проводятся в Польше. Какую-то часть из заработанных средств я перечислю на помощь животным, которых привезли в Польшу из Украины, а остальные деньги я потрачу на свое развитие и саморазвитие, потому что единственное правильное инвестирование денег в наше время – это мы сами, наше здоровье и наше образование. Также на этом курсе мы с вами будем готовиться к вашей работе, к вашей практике. Мы с вами напишем резюме на польском языке. Я расскажу некоторые секреты, почему так может быть, что на десятки ваших резюме польский работодатель просто не отвечает. Под видео в описании вы найдете ссылочки на телеграм-канал, где мы сможем обсудить с вами курс, стоимость, оплату и все возникающие вопросы. Сами видеоуроки будут размещаться на закрытом YouTube-канале, а в описании под роликами будет конспект и какая-то учебная литература, либо учебник по теме. Я нескромно считаю этот курс полезнейшим и уникальным. Почему я набралась смелости сделать этот курс? Да потому что у меня за плечами 2 высших белорусских образования и десятки различных курсов. То есть что-что, а учиться я однозначно умею. И умею отделить шелуху от сути в получении знаний. Поэтому в этом курсе шелухи не будет вообще. Будет только нужная, важная вам информация, сжата в 20 уроков. Если вы еще не в Польше, просмотрев мой онлайн-курс, вы приедете в полициальную школу и уже не будете сидеть как мышки и бояться всего. Нет,
вы уже будете знать, о чем тут речь, и теория на польском не будет вам казаться такой сложной. Если вы уже учитесь, то этот курс тоже будет вам очень полезен, потому что, придя в кабинет в свой первый день, вы не будете стоять в уголке и тоже бояться. Вы уверенно сядете напротив врача и подадите ему все то, что он попросит. Мною уже отснята большая часть видеоуроков, но еще остается время. Поэтому, если вы какая-то тема вас волнует больше остальных, и вы бы очень хотели, чтобы я вам показала что-то или объяснила, что касается обязанностей ассистентки-стоматолога, прошу писать в комментариях, я обязательно учту ваши пожелания и досниму какие-то уроки, если я их еще не запланировала. Я приглашаю вас ко мне на курс, будем знакомиться, общаться, развиваться вместе. Всем пока!